Доброе утро всем. Застегнула, одевай шапочку, иди. Ксюшка собирается уже в школу. Портфель. А это что у нас? Рисование, сменка. Легкий. Да, сегодня портфель очень легкий, потому что здесь всего лишь 3 урока. Держи. А здесь портфель одевай. Так, Вадюшка идет гулять с Чарушкой, да? Какие молодцы. Время 7 утра. 7:20. Все пределы уже. Ну, Чарлик, Чарлик, гулять. Гулять, гулять, Чарлик. Смотрите, как он радуется, когда говоришь гулять. Гулять, Чарусик, гулять. Когда он не хочет. Да. Помоги ей одеть рюкзак. Давай я помогу. Повернись спиной ко мне, я тебе помогу. Так вот. Опа. Давай, 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 давай. У тебя получится еще, давай. Ну, повернись сюда тогда боком. Чаруся. Вот так вот. Опля. Так, так, я тебе желаю хорошего денечка. Хорошо слушайся учителя. И получить 6, 7, 8, 10 и 20. Там чужие идут на продлёв. Да, поцелуй. Да, идет на продлёв. Ну как мне? Да, поцелуй. Мне ИЗО сегодня. Му. Так у нее свое. У тебя вот свое ИЗО, у нее свое. Да. Все, дочь, выходи, папа тебя ждет уже. Мам, все, пока-пока. Хорошего дня. Когда собаки, я беру и вот за собой его провожу, чтобы угу. Не Вадюш, на утреннюю пробежку как бы собрался. Нет-нет-нет, надо застегнуть курточку. Давай, подержу. А ты застегивай. У него короткий. Угу. Держи. Угу. Так, ключи, Вадюш. Да, давай. Держи ключики. Все, давай. Давай, пока. Пока. Я принесу пятерок. Давай. Пришла за Ксюшкой на продленку, жду ее. А, заходить туда нельзя. Хорошая новость, кстати, у нас раньше было 2 педагога, которые вели группу продленного дня. Теперь один педагог, наняли какого-то человека нового, и теперь всегда один. Почему хорошая новость? Потому что обычно приходишь, туда не пускают, пока ждешь вахтера, чтобы он подошел, дал номер, кто сегодня. Есть два педагога, было точнее два педагога, то одному звонишь, то второму, то трубку не берет, вторая говорит, я дома, сегодня не я, ну, в общем, такая путаница, а сейчас все уже хорошо. То есть один, всегда звонишь в один номер, подходишь к гимназии, звонишь, говоришь, я мама такая-то, такая-то, такой-то, там, такого-то ребенка, и все, и ребенок выходит уже сюда. Все, жду Ксюшку, и сейчас поедем домой учить уроки. На улице, кстати, такая классная погода, 18 градусов, дует такой теплый-теплый ветер, светит солнышко, смотрите, какая прелесть. Вообще, я прям наступила бабье лето, так сказать. Привет, мой пупсик, как дела? Все нормально. А что, почему у тебя такой тяжелый рюкзак? А я не знаю, почему. Ну как это ты не знаешь? Что там у тебя такое? Ну надо до конца открой тогда. Чего такое-то? Ух ты! Что там написано? Животные России. Животные России? Это откуда у тебя такая книга? Это мне сегодня подарили. На день рождения подарили? Да, там еще фантик лежит. Кто, фантик? Да. А что за фантик? Вот. Не мни, странички. Осторожней. Молодец, классно. Ты ребятишкам отдала конфетки? Поздравили да, они тебя? Да, там 2 лишних конфеты. Да, вы их съели? Учителю отдала? Нет. А, ты в портфелях положила? А что учителю не дала? Я же всем положила. Ну, пошли, все. Че? Все нормально? Ты уроки сделала на продленке? Не, мне там... Я все уроки, конечно, сделала, но... Ну, сюда, повернись, тебя не слышно. Но... Все сделала? Кроме азбуки. Кроме азбуки. Ну, азбуку дома сделала. А сегодня у нас, кстати, не было ИЗО. Не было? Почему? Это очень хорошо. Потому что мы сегодня с папой забыли альбом купить. А, да ты что, пошли сразу зайдем купим? Мы уже дома. Сегодня Ксюшка одела утром вот такую теплую куртку. А на улице 18 градусов. Ксюш, представляешь? Надо было другую одевать курточку. Давай я повешу. Нет, давай я ее наверх, дочь, повешу, чтобы она здесь не мешалась. Ты ходишь в той куртке. Мы сейчас вот сюда вот ее хоп наверх. Вот. Кстати, эта курточка такая классная. Можно как жилеточку. Вот, например, на лыжах. Одеть теплую куртку,
ой, теплую-теплую кофту, какой-нибудь костюм на лыжах кататься, отстегнуть, и получится не так жарко. Да, теплая-теплая жилеточка. А это вот куртка, в которой Ксюша ходит сейчас. Но она тоже достаточно теплая. Единственный минус вот у этой куртки. Здесь идет сразу капюшон и нету вот такого воротника. Поэтому я вот думаю, мы сейчас к Ксюше шли, надо шарф купить на курточку. Потому что сзади получается... Шарф. Сзади получается шея открытая. Мы сейчас переоденемся и пойдем с Ксюшей. Погуляем и за альбомом сходим. Нет, сначала Ксюша сейчас делает уроки. Что там, азбуку тебе надо там делать? Только азбуку надо. И пока она будет делать уроки, я пойду пожарю котлетки куриные. Я уже разморозила грудку, которая порезанная была. Вот. И потом придет Вадим. Мы пойдем погуляем сразу. С Чарликом погуляем. Сходим в магазин Fix Price. Нужно купить Ксюшке альбом. Что-то еще надо было купить Ксюше, не помнишь? Стерки, вот точно. У нас со стерками какие-то чудеса происходят. Они постоянно пропадают. Исчезают просто, да, Ксюш? Барабашка приходит их и забирает. Вот. И еще... А, потом после улицы придем, и Вадим будет делать уроки. Потому что мы вчера сели делать уроки. Пока он делал, на улице уже темно. А когда темно, я не люблю гулять. Вот. А темнеет сейчас у нас очень рано. Все, пошли мы делать уроки и заниматься делами. Только зашла на кухню, начала доставать фарш. Не фарш, а рубленое вот это вот филе. И приходит смс-ка. Вам пришла посылка. В общем, еду сейчас на почту забирать посылку. Посылка долгожданная из Китая. Сейчас я приеду. Не знаю, буду показывать сегодня или нет, потому что это подарок. Подарок для бабушки, для нашей. Вот. В общем, сейчас я подумаю, показывать сейчас в этом видео или нет, потому что бабушка может смотреть это видео. Еду, и кого я тут встретила? Подожди. Вадюшку. Что, как дела? Сейчас. Что, жарко? Нет, я хочу переодеться. Зачем? Не переодеться, у меня жду. А, у тебя там футболка же, да? И снизу штаны. Да ты что, ну раздевайся, конечно, только не кидай это, аккуратненько складывай. Едем на почту, пришла посылка. Контрольная по русскому. Типа контрольная. Так. Ну, не знаю, типа контрольная, только тетрадки надо просто сдать. Написал? Да. Ну что? Не знаю. А, пока не знаешь. По математике пятерка, да, я видела? Пятерка по математике тебе стоит. А прикинь. За сегодня. Мы сегодня чуть-чуть подучили. Угу. Стих. Прям вот 5 минут. Шапку сними, жарко. 5 минут нам дали. Про лям. И... Про лям? Да, пожалуйста, можешь со мной? Я буду автором и барсуком, а ты будешь куницей и лисицей. Хорошо, да, хорошо. Вместе, либо я с папой. Да, конечно, почитаем вместе про лям, если нужно. Так, все, поехали на почту. Да, поехали. Забирать посылку. Да, тут обойти, но, наверное, сейчас Вадим. Нет, наверное, пойдем. Стой, сынок, пойдем с той стороны. Давай мне руку, мы сейчас по дороге обойдем. Пойдем. Кошмар, что здесь. Интересно, что я в белых кроссовках. Ну, вон Вадька нашел, где обойти. Смотри осторожно, только, сынок, не упади, пожалуйста. Ну-ка, я так смогу. Опа! Пошли вон там, обойдем по сухому. Ой, как шуршат листочки, класс. Ёшкин-кошкин? Ты паркурщик. Открывай дверь. Смотри, осторожно, только она тяжелая, может быть. Выходи. Направо. Ага. Так, пошли, талончик возьмем. Так. Получить. Мелкий пакет, наверное. Без оплаты. P52 у нас, Вась. Угу. Ты идешь? Так, что давай здесь прям откроем. Ножничков нет никаких. Я открою. Посмотрим, все там нормально. Сможешь открыть? Давай спросим ножнички. Держи ножницы. Нет, ты... Ой, такое. Нет, главное посмотреть упаковку, чтобы ничего не было. Нет.
что это такое? Такое, это волшебная коробочка. Подарок на Новый год. Так, ну что, открываем? Что у нас здесь? Как вы думаете, что мы купили бабушке? Так, так. Осторожно, осторожно. Мам, открываем. Так это нас обманули, нам картонку, картонку прислали. Так. Они... Та-дам! Самый кайфовый момент мне. Осторожно, достаем. Ага. Он тяжелый. Это планшет. Он включился? Да. Он включился. Вот такой вот супер крутой. В общем, Ксюнь, подожди секунду. Блин, он такой тяжелый вообще. Надо бабушке, не знаю, надо. Да нет, наверное, ей не нужен теперь этот чехол. Этот какой-то супер защищенный планшет от влажности. Нет, снимать ничего не нужно. Защита от влаги, защита от падений. У него хорошая батарея, сильная. Что еще у него? Противоударный, много памяти. В общем, теперь бабушка наконец-то будет с нами всегда на связи. Можно будет по видео общаться. Здесь сколько? 5G, наверное, да? Потому что у нее старый планшет 3G, и он... Ой, 2G. И он вообще практически там ничего не ловит. Какой айфон у зарядки, вот. Смотри. Ага. И мы сейчас будем разбираться, устанавливать бабушке все приложения, что-то смотреть. Надо еще его как-то посмотреть, на русском языке он или нет. Вот здесь, наверное, выбрать язык, да. Выбираем язык, русский нам нужен. Раша, Федераша. Вот, русский нашла. Угу. Россия. Все, теперь планшет на русском языке. В общем, сейчас будем открывать, смотреть, устанавливать бабушке все приложения. И завтра-послезавтра будем отвозить бабуле его. Это подставка, что ли? Слушай, ну он, конечно, очень тяжелый. Смотрю. Так, посмотрим, что здесь еще в комплекте. Ага. Есть инструкция вот на английском языке. Ва, да. Люди. Так, далее. Чехол вот такой. Не чехол, а это, знаете, держал. Для чего? Держатель, да. Его нужно, кстати, устанавливать. Знаешь, чем, Вадь, где эти болтики? Вот, вот такими это болтиками. Не... Да. Вот они специально. Это мои джбельки. Да, верно. А где второе? Называется Dokittle, наверное, да? Правильно я прочитала? Кому интересно, вот так вот. А, у нас у папы есть знакомый программист. Вот. И прежде чем купить планшет, он посоветовался с ним. И выбрали на Алиэкспрессе, мы заказали. Он сказал, что это один из самых лучших вариантов, которые были представлены. Вот, так что будем разбираться, сейчас будем устанавливать. И я думаю, что прям, наверное, может быть, завтра я поеду, отвезу ей планшет. Бабушка будет очень рада. Заряженный, да? Супер. Ну, давай. Снимаем пленку. В принципе, она не нужна. И... пленка сама нажимает на сенсор, то есть да, сенсор реагирует. Это самое главное. Распаковка чек. Я волшебник, я... Мама, она притягивает волосы. Качество само офигенное. Сейчас будем проверять качество звука. Так, открыли наш канал. Так. Какое откроем видео? Давай, вот «Остров мечты». Всем привет! И куда это мы собрались? Гаси, он громкий. А где здесь интересный звук? Мечты, ну так, наверное, как прибавлять звук, Блин, он хороший. Так. Нажмем на паузу. Его же держи. Вот, звук прибавляешь. Их какие тут динамики большие. Вот, да. Это на максимум. Ну, Ксения, не надо, дочь. Все, отлично работает. Мне кажется, бабушка будет прям... Потихонечку выходим, вызываем лифт. Посмотрим. Кстати, кто... Кто не смотрел влог с «Острова мечты»? Так, в общем, мы слушай, ну хорошее качество. Здесь, этом, кстати, еще его можно... Полет, полет. Стой, пауза. Да, можно еще изменить качество. Вот это максимально. Нет, надо, не максимально, есть еще. Вот 2160, ну, например. У меня на телефоне даже нету. Слушай, ну здорово. Блин, а детям точно? Просто раз, смотри, какие динамики. Вот они, динамики. Здесь. Вот, наверное. Так, и с этой стороны. Вот это да. Ну что, как тебе планшет? Супер? Кстати, планшет – это подарок от нашей семьи, от Кристины, Кристининой семьи, от моего брата Артема,
от папы, Маши, мамы, в общем, от всех нас. Мы решили бабушке сделать такой сюрприз. Сегодня я позвонила уже бабушке и сказала, что завтра я к тебе приеду, у меня к тебе есть очень важное дело. Бабушка такая: да, конечно, я вас жду, приезжайте. Детей завтра отведу в школу и поеду, до бабули доеду, отвезу планшет, все ей там настрою, все ей сделаю, вставим сим-карту, и теперь бабушка сможет с нами общаться по видеосвязи. Очень здорово. Я так рада. Все так рады. Да? Ты рада? Да. Теперь будем с бабулей по видео разговаривать. Да. Вадюшка делает уроки. Что у нас тут? Карточка сегодня, да? Да, вот карточка. Угу. Видишь, неправильно написал адрес отец на конверте. Разве это рифмуется? А я написал правильно. Отец написал адрес на конверте. Да, правильно. Умничка. Мне вот эти три предложения. А ты что, домашнее задание не написал? Число домашнего. Вот. А домашнее задание не написал? Написал. Не написал. Ой, торопышка. Его сейчас друг пригласил в гости. Вот Вадим поторопился и не написал домашнее задание. А если сверху написать домашнее задание, а потом число? Ничего. Ну, вот здесь вот, например, написать ничего. Домашнее за работа. Ну, да попробуем. Давай. Ты что-то, по-моему, заточил карандаш. А Ксюшка вот залезла. Молодец какая. Ты мне скажи, у тебя все, да? Ты все сделала, всю домашнюю работу. Умничка. Я даже десятку почитала. Да? Умничка моя. Ух ты, какие скрепыши. Это что, тебе кто-то подарил? Да, этот Фредди умеет менять цвет. И представляете, видите, он фиолетовый, а сейчас... Угу. И представляете, Ксюшина, ну, кто-то, видно, Ксюшин одноклассник подходит и спрашивает: мальчик, ты знаешь синюю галус? Тебя спрашивают? Да. А тебе надо сказать: нет, не знаю. Я говорю: ну да, она моя сестра. И, короче, мне дают еще Заврика. Да ты что? Пойдем покажу. В общем, Ксюша намочила его, и он поменял цвет. Он горячей водой, а если его холодной водой, то он будет таким. А у одноклассницы были повторюшки? Поэтому? Нет, она мне просто так. Просто так? Да, как лучшему другу, да? Как лучше подруге. Это была девочка. Угу. Вадюшка идет в гости, такой довольный. Покажи, что мы купили. Мы купили тортик. Целых много кусочков, да. Тортика. Тортик взяли. Будешь сейчас чай пить, да? Чарлик, иди сюда. Xbox играть и пить чай. Да. А в гости Вадим идет к мальчику, вот, который сломал себе позвоночник. Зовут его Андрей, да? Да. Он у меня даже записан никак. Мы раньше с ним просто дружили, он даже к нам в гости не приходил. И он был записан у меня как Андрей. А сейчас он записан Андрей топ-1. В общем, поиграют. Сейчас позвонила его мама, сказала: можно Вадиму в гости? Нет у них терпения ждать до выходных, поэтому они пойдут, Вадим пойдет сейчас. Ну ничего, он во вторую смену, если что, завтра доделает уроки, которые он не успел сделать сегодня. В принципе, задали немного. В целый час пойду. Да, сегодня было в 12 обычно, они с 12:40 начинают учиться, а завтра в 13:20 начало. 13:35, да. Там какие-то совещания. Ага. И мое любимое время. Какое? Да, вот сюда ходили на подготовку. Вот сюда в садик. Ну ладно, в этот садик вы не ходили. Вот сюда и Вадим ходил, и Ксюша ходили. Вот она, эта дверь. И Кирилл. Туда заходит, да, и да. И Кирюшка ходил. И Машунька ходил. Угу. Все, наступило время, когда дети начали ходить в гости. На часок Вадюшка сейчас ходит, потом мы за ним придем. Че, Русь, идем. Ну, пока вы дойдете, еще часов пройдет. Ну да. 2-5.